По Оренбургской области у нас вообще за первый квартал 2015 года зарегистрировано порядка 170 фактов хищения денежных средств мошенническим путем и другими способами. И непосредственно с расчета Сбербанка, например, вот так вот было. Из них 136 с помощью вредоносных программ. Ну, смысл какой этих вредоносных программ? То есть хакеры, как называется в простонародье, создают определенную программу и через сеть выходят на Билайн, Мегафон или МТС, какие у нас связи есть. И человек практически, не то что практически, он не видит, деньги у него списались или не списались. А потом узнает уже, когда карточку свою в банкомат направляет, то есть, что у него денежные средства пропали. Вот. За первый квартал у нас возбуждено уже 6 уголовных дел по факту мошенничества. И только за май у нас уже возбуждено 5 уголовных дел.